фотография – это не просто красивая глянцевая картинка, это характер молодоженов, атмосфера любви и взаимопонимания, запечатленные в каждом кадре. Здесь есть все – застенчивая улыбка невесты, растерянный взгляд жениха, радостные слезы мам и веселые поздравления гостей. Помимо высокого качества снимков, профессиональный фотограф умеет зарядиться настроением жениха и невесты и с наибольшей точностью выберет нужные ракурсы, создаст неповторимый стиль съемки. Умение выделить нужный кадр еще до нажатия кнопки камеры – вот в чем кроется неподдельное мастерство и чутье профессионала. Работа настоящих гуру свадебной фотографии сегодня представлены здесь. Это Сергей Торопов, Александр Хитько, Вадим Благодарный, Надя Туман, Сергей Фанвизин, Виктор Эрлих, Илья Фомин, Алексей Прянишников, Игорь Карпов, Джамиля Пожарова, Юлия Белунина, Евгения Гапова. Друзья, давайте аплодисментами встретим начало этой выставки прекрасной и всех этих участников, наших фотографов. Дорогие друзья, я рад тому, что здесь собралось столько много народу, столько много замечательных молодых лиц, которые пришли посмотреть на то, как в Тольятти снимают свадьбы. От портала «Моя свадьба» я хочу сказать, что этот портал всероссийский. Портал проводит подобные мероприятия в различных городах России, и в этих мероприятиях участвует очень много фотографов, очень много организаций, занимающихся непосредственно устроением вот этого вот праздника, который называется «Свадьба». Я здесь для того, чтобы вручить дипломы фотографам. Ну, как... Алексей Прянишников! Дорогие друзья, встречаем! Замечательный фотограф, который нам сегодня помогает отразить это событие. И вы потом это все увидите на портале «Моя свадьба». Интереснейший фотограф, который снимает не только свадьбы, он делает и семейные фотографии, и фотосессии. Вы, по-моему, можете посмотреть его работу вот там. Сергей Фанвизин, встречайте! Сергей Фанвизин награждается дипломом. Огромная благодарность Сергею за то, что он помогал вот это вот все здесь повесить, все здесь разместить. Он вчера до 2 часов ночи просто вот потратил кучу своих эмоций, усилий на то, чтобы все это вот так красиво здесь выглядело. Это супер креативный человек, интереснейший фотограф. Его работы можно посмотреть вот с этой стороны. Пожалуйста, подходите, интересуйтесь. Он с удовольствием ответит на все вопросы, если они есть. И прям спрашивайте телефончик, потому что сезон уже начался, даты уже заняты, человек очень занятой. Если вам повезет, то он будет фотографом на вашей свадьбе. Александр Хитько. Аплодисменты! Сейчас мы найдем этого желанного человека. Есть замечательный человек, который снимает это все вот прямо сейчас на видео. Все это можно будет посмотреть вживую. Готов? Я? Да! Видеограф Денис Булгаков. Фотографы – это нужные люди на свадьбе. Самые нужные на свадьбе – это ведущие. Позвольте представить наших сегодняшних ведущих, а проще говоря, команда А. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо, Сергей. Евгения Гапова. Неожиданно, на самом деле. Поздравляем Евгению с этим почетным дипломом. Замечательный свадебный фотограф. Нашего диджея Артура Маслова. Красава создает настроение, удовлетворяет любые потребности от Стаса Михайлова до Gangnam Style. Главному организатору, да, человеку, который всех представляет, но в сторонке, можно сказать, скромно стоит сейчас, это Сергей Торопов! Аплодисменты! За вклад в развитие свадебной культуры и формирование свадебных традиций Тольятти. Теперь я пожму вам руку. Поздравляем, Сергей! Да.